Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, на Линкоме. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Итак, нам пришли, смотрите, какие яркие мочалки. Не только такие, еще есть и розовые, и желтые. Вот какие. Внутри поролончик. Мочалка для душа. Состав полиэстер и поролон, 55 рублей. А вот еще мочалка для душа, 30/90. И знаете, вот здесь есть такая дырочка, кругляшок специальный. И это, знаете, кто любит, чтобы шкурка слазила. Прям такая жесткая. Тоже разные расцветки, 99 рублей. Эти наборы для ванны тоже еще есть в наличии. Стакан, диспенсер. И стакан для щетки и зубной пасты. Несколько расцветок. А новые тряпочки для уборки 30/30 сантиметров. Две штуки в упаковке. Такая собачка. А здесь. Здесь тоже собачка вторая. Вы знаете, такое ощущение, что она для стекол, для окон. Такое вот на ощупь качество. 30/30, да, я сказала. И состав полиэстер. Необычная тряпочка, не как всегда. Вот еще какие есть бежевые. Для стекол у меня много тряпочек. Это салфетки из целлюлозы 15/18. Две штуки в упаковке. Такие я тоже не люблю. Дети у меня любят. Она потом застывает и становится такая, колом стоит. Мне такие не нравятся. Мне надо быстро раз-раз вытирать. Это надо намочить. Эти хорошие я брала. Еще какие-то здесь были, как плюшевые, тоже хорошие. Их уже нет в наличии. Какие шапки с динозаврами. 4-5 лет для мальчиков. 199 рублей. Внутри флис. Неплохие. Вот еще расцветка. И черные. Еще нашла и красные. Разные. Ой, это что такое? Коробка складная, тоже с динозаврами, с крышкой, 38/25 и 27 сантиметров. Так смотрится неплохо. Крышка защищает предметы внутри от пыли и уберегает от посторонних глаз. Ничего так. О, разные они, смотрите, вот еще один рисунок, тоже с динозавром, только вот цены нет. Вот еще коробка. Коробка мягкая, 25/25. Здесь уже без крышки, тоже с динозавром. И как бы детский вариант такой. 199 рублей. Кухонный набор. Все с динозаврами, все с динозаврами. Полотенце 45/60 и прихватка 17/17 сантиметров. Все красненькие, что ли? Там еще синенькие есть. 124 рубля. Ух ты, это что такое? Такое золотое. Корзина для фруктов. Так смотрится интересно, особенно когда вместе стоят так. Тут 99 рублей корзина такая. Не знаю, захотела бы я такой себе домой. Так, состав. Углеродистая сталь. А это набор ножей. Три штуки в наборе. Кстати, я в Гламарте недавно купила нож себе. Вот такой небольшой. А потом купила, пошла еще побольше. Такие ножи хорошие. Эти три штуки стоят 300 рублей. А там я брала по 130 и 300 побольше, который только без этих. Не как пила. Вот такой обычный. Такие хорошие. Вот эти не знаю, какие будут. Но что-то тоже интересное. Я так понимаю, что все это китайское. Нет, Бразилия. Нет, перевода нет. Здесь вот только нарисовано для овощей и для хлеба. Странно, Бразилия вроде бы
У Бразилии с нами санкции, по-моему. Ой, это что такое? Декантер. 1,9 литров. Состав боросиликатное стекло. Вы посмотрите, как интересно. Какой типа кувшина, что ли? 399 рублей. 400 рублей такой. А чайнички заварочные какие красивые. Вы только посмотрите. Только мне кажется, что вот ручка вот эта какая-то тоненькая. 0,7 литра. 299 рублей. Ох, какая кружка с медведем. Кружка 460 миллилитров, изготовлена из керамики. Несколько расцветок. И черненькая есть. И зеленая. Только ценника нет, по-моему. Такой вот новогодний вариант. Милый дизайн добавит нежности, тепла зимнему вечеру. А длинные кружки 99 рублей, 440 миллилитров. Вот немножко другая. Здесь дно квадратное, а здесь вот на конус уходит. 580 миллилитров. И сделан уже из фаянса. Вот эти мне нравятся бокалы для шампанского и для красного вина. 79 рублей, 210 и 240 миллилитров. Ничего лишнего. Никакого рисунка, никакого золота. Красивые. И шары елочные 149 рублей. Три штуки. По 59. Ой, 149 рублей. Шары 6 штук. Такие расцветки разные. Набор елочных игрушек 24 штуки по 4 сантиметра 149 рублей. И стеклянные ретро 116 рублей. И набор 16. Набор стеклянных елочных шаров, вот эти розовые, 199 рублей. Как мне нравятся вот такие вещи. Она еще внутри включается. Так красиво будет смотреться. 199 рублей. Такой, интересно, она так не делается? Нет, такой заснеженный лес, олень. Красиво. В детстве, вот когда были такие вещи, у меня такой шар был, который вот со снежком. Я зависала, я вот так вот лежала, смотрела на него. Завораживала. Вот такие. Только там были домики. Такой домик в снегу. А сейчас, мне кажется, детки только в телефонах сидят и все. Вот красота. Вот это мне нравится. 199 рублей. Вот эти домики тоже красивые, правда бумажные, но красивые. Есть вот и красные. Этот синий с елочкой, а красный с оленем. 199 рублей. Очень красивые. А это что за елочки? Тоже что-то такое, все не на русском языке. Вот, гель для душа. Время волшебства. Серия «Новогодняя сказка». Производитель Евролайн Косметикс. Москва. В составе масла апельсина, алантанин и пантенол. Вот только ценника нет. И стоит в детской серии. Вот еще что-то тоже новенькое. Соль для ванны, а с ароматом сливочная клубника. Ох, наверное, вкуснятина будет пахнуть. Так, здесь это какая? Имбирный пряник. Какой-то еще я видела. Вот еще карамельное яблоко. Я бы сливочную, наверное, клубнику выбрала. Вот такие три штуки. 79 рублей каждая. Просто в прошлый раз я показывала вот этот шампунь, не было ценника. Вот сейчас есть 600 миллилитров, 149 рублей. 100% объема укрепления жидким кератином и маслом жожоба. Смотрите, какая огромная упаковка. Натуральное мыло детское для чувствительной кожи. Алоэ вера. 6 штук по 75 грамм. И всего 99 рублей стоит.
за 100 рублей, можно сказать, 6 брусочков. Новогодние баннеры за 99 рублей, пакеты подарочные разные. Декорация снежинка, 14 штук, 59 рублей. Вот еще баннер. Свечи. Серебряные и золотые, которые мерцают. Ценника нет. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.